Славянское радио. Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Самаре исследователям земли русской предлагают совершить длительное пешее путешествие на улицу Алексея Толстого, бывшую Казанскую. До 1853 года она звалась Большая, затем Дворянская, чуть позже Казанская. Как правило, обитали здесь люди отнюдь не бедные, купцы да дворяне. Особняки, которые сохранились с тех давних пор, помогут попасть в атмосферу старинной Самары. Стоит обратить внимание на дом под номером 31. Здесь размещалось Самарское реальное училище, где на переломе 19 и 20 столетий осваивал грамоту великий писатель Алексей Толстой. Позже улице было присвоено его имя. Также интересно будет осмотреть дома Субботина и Мартинсон, Неронова, Субботина, особняки купца Аржанова, хлеботорговца Сурошникова и другие. Дополнительную информацию смотрите на сайте Клуба самарских путешественников. В Санкт-Петербурге такие всем известные музеи, как Эрмитаж, Кунсткамера, Русский музей, входят в обязательную культурную программу гостей города. Но вместе с тем в Петербурге появляются новые галереи и выставочные залы. Пока их не очень много, но от этого они не перестают быть интересными. Вот некоторые новые выставочные пространства. Музей искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков. Набережная канала Грибоедова, 103. Единственный в России музей, чья коллекция в полной мере представляет историю развития изобразительного искусства города с начала 20 века и до наших дней. В собрании музея работает 380 художников в различных направлениях – живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Помимо демонстрации основной экспозиции, здесь также проводят временные выставки и образовательные программы. Из грядущего – лекция «Художник Пелагея Шурига». Музей-загадка «Голова поэта». Город Пушкин, Лицейский переулок, 1/4. Это место для тех, кому обычно хочется потрогать все экспонаты или даже полазать по ним. Музей посвящен сказкам Пушкина, и здесь декорации поглощают зрителя и направляют его в сказочный мир. Гости смогут попить из знаменитой кружки Арины Родионовны, почувствовать себя богатырем Русланом, заглянуть к ученому коту. И не только. В музее можно сделать запоминающиеся снимки и как следует повеселиться. Лего-музей дворцов и замков. Загородный проспект, 27. Название выставочного пространства говорит само за себя. Здесь вы найдете множество дворцов, замков и целый город будущего. Все целиком и полностью сделано из деталей любимого всеми конструктора. Каждое строение заселено миниатюрными человечками. Конные рыцари в доспехах, принцессы, пираты и персонажи кинофильмов. Пока взрослые блуждают по музею, рассматривая города из конструктора, дети могут проявить свой талант архитектора, сесть за специальный столик и пособирать новые экспонаты. Парк динозавров, улица Рюхина, 9. На Крестовском острове возвели доисторические джунгли с огромными динозаврами. Любителям парка юрского периода с искателями приключений сюда – прямая дорога. Вы прикоснетесь к мезозойской эре, наблюдая за тем, как диплодок питается травой. Трицератопс отгоняет врага своими грозными рогами, а тираннозавр отправился на охоту. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Продолжим артефактами земель славянских. В Самаре на Хлебной площади в мае археологи возобновят поиски фрагментов древних строений. Раскопки на Хлебной площади в Самаре будут вести до декабря 2017 года.
Археологам предстоит продолжить изучение территории площадью 732 квадратных метра, где ранее специалисты обнаружили фрагменты крепости 17 века. Они должны приложить все усилия для того, чтобы найти другие конструкции этого древнего сооружения. Если поиски увенчаются успехом, то фрагменты крепости законсервируют вручную с помощью песка или грунта. Обнаруженные предметы той эпохи отправят в коллекцию областного музея имени Петра Алабина. Для того, чтобы защитить историческую находку и работать в любую погоду, археологи должны установить на месте раскопок специальную конструкцию. Ранее сообщалось, что она будет выполнена в виде купола. Напомним, что в Самаре историки долгие годы ведут споры о том, каков истинный возраст столицы региона. Одни уверены, что город основал князь Григорий Засекин по указу царя Федора Иоанновича в 1586 году. Другие считают, что Самара как минимум на 200 лет старше, и тому есть косвенные доказательства. На карте венецианских купцов Пицигана в 1367 году есть поселение-крепость Самар. Чтобы установить истинный возраст города, в 2013 году на Хлебной площади начали вести раскопки. Поиски исторических следов увенчались успехом. Специалисты обнаружили фрагменты фундамента крепости Самара. Впоследствии они предложили обустроить на этом месте музей самарской археологии. Сокровища древнего Беляра. В этом году отмечает юбилей 25 лет со дня основания Белярский государственно-историко-археологический и природный музей-заповедник. К этой дате приурочена выставка «Беляр. Великий город», открывающаяся сегодня в Музее истории и государственности Татарстана заповедника «Казанский Кремль». Белярский музей-заповедник – один из крупнейших в Татарстане. В течение десятилетий здесь по крупицам собираются и бережно хранятся ценнейшие артефакты. Напомним, что нынче также исполняется 50 лет Белярской археологической экспедиции, начавшей свою работу в 1967 году под руководством известного казанского ученого Альфреда Халикова. На выставке представлены экспонаты, отражающие высокоразвитую, самобытную, материальную и духовную культуру древнего города, первое упоминание о котором в исторических хрониках датируется 1164 годом под названием «Великий город». С XII века Беляр являлся столицей Волжской Булгарии. Последнее упоминание о великом городе относится к 1236 году, когда во время монгольского нашествия Беляр был разграблен и сожжен. Позже, в XVII-XVIII веках, на месте первой столицы Волжской Булгарии была основана и функционировала крепость, входившая в состав закамских оборонительных укреплений. Центральное место в экспозиции «Беляр. Великий город» занимают предметы черной и цветной металлургии, артефакты военного дела, косторезного, гончарного, стекольного и ювелирного производств. Также посетители могут ознакомиться с историей археологического изучения Белярского городища. Этот раздел представлен подлинными рукописями и трудами путешественников и археологов конца XVIII-начала XX веков, отчетами Белярской археологической экспедиции, полевыми дневниками, художественными реконструкциями архитектурных объектов. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 29-30 апреля состоится цикл лекций Андрея Ивашко на тему числоведения или буквица в сакрализации пространства, где будут рассмотрены следующие вопросы. Роль чисел и цифр в сакрализации пространства. Числовые коды как выражение закономерностей и тенденций жизни человека и славянского мира. Взаимодействие со своим подсознанием и с духовными существами Вселенной через числовые коды. Воздействие на пространство и считывание обратной связи через числа. Связь числоведения и нумерологии. Образная арифметика. Извлечение мировоззренческого смысла из арифметических действий. Прикладное применение числоведения в роду. Место проведения – Институт мировой экономики. Метро «Текстильщики», улица Артюхиной, дом 6, корпус 1, аудитория 611.
8, 9, 10 июля в Архангельской области будет проходить международный молодежно-экокультурный фестиваль на открытом воздухе «Тайбола». Если вы создаете оригинальные украшения, бижутерию, сувениры, музыкальные инструменты, занимаетесь керамикой или пошивом авторской одежды, вас приглашают на ярмарку «Город мастеров». Ярмарка будет располагаться в самом центре фестиваля, а «Белые ночи» дадут возможность работать при желании круглые сутки. Для участников ярмарки строится отдельный теремок с рабочими местами, площадью примерно 1 квадратный метр. У вас будет стол, крыша над головой, отличные соседи рядом. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 24 апреля, понедельник. Буквица и реальность. Автор-сказитель Павлов Сергей. 25 апреля, вторник. 4 веры в России. Автор-сказитель Гомонов Юрий Вениаминович. 26 апреля, среда. Узелковая письменность славян, протописьменность всей земли. Автор-сказитель Виктор Максименков. 27 апреля, четверг. Русский язык, этимология, словообразование, применение. Автор-писатель Львов Антон. Начало эфиров 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз в субботу будет транслироваться передача «Естественная красота женщины. Гимнастика для лица». Ведущая Юлия Стоянова, соведущая, автор программы по оздоровлению лица и организма Юлия Ковалева. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. В этот раз Василий Васильевич завершит рассказ о славянских богах и поведает, какие слова являются паразитами в нашем родном языке. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио. Все нужно, все важно.